Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И сегодняшнее видео, оно даже не разговорное. Я буду читать вам статью из редкой малодоступной книги. Почему вдруг именно сегодня, накануне Светлой Пасхи, Воскресения Господня, а до Светлой Пасхи осталось Меньше суток. Я вдруг решил почитать вам книгу. На самом деле вы поймете это. Когда? Услышите текст этой статьи. Итак, я беру в руки книгу филолога профессора Литературного института Ивана Андреевича Исаулова «Постсоветские мифологии. Структуры современности». Эта книга вышла в свет в 2015 году в издательстве «Академика» в Москве крошечным тиражом 800 экземпляров. Вот эта книга. Статья называется «Рецепция Гоголя и вектор развития России». В последней главе первого тома «Мертвых душ» возникает известное обращение автора к Руси. «Русь, Русь, вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу, бедно, разбросанно и неприютно в тебе, не развеселят не испугают взоров дерзкие дивы природы, венченные дерзкими дивами искусства. Открыто, пустынно и ровно все в тебе, как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взора, но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе. Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая Несущаяся по всей длине и ширине твоей От моря и до моря песня. Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают И стремятся в душу, и, лью, и вьются около моего сердца? Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и чем все, что не есть в тебе, обратила на меня полное ожидание очи и еще полное недоумение, недвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли, не родится беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройти с ему. И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силой отразясь во глубине моей. Неестественную властью осветились мои очи. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь. Не хочется перебирать различные интерпретации этих строк этого несколько вызывающего и во всяком случае совершенно особенного чувства сопричастности автора и предмета его описания. Зади... Зададимся лишь вопросом о той сущности, которую Гоголь называет словом «Русь». Что это? Чем это описание отличается от финального, когда вновь появляется подобное обращение? Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Как представляется, пространственная горизонталь тела России ровным гладнем разметнулась на полсвета. Преодолевая апостасию, в символе Руси Тройки должна преобрази... преобразиться в соборную духовную вертикаль. Именно это преображение и изображается в финале «Мертвых душ». Именно оно и является тем Божьим чудом, о котором говорится в этом финале. Но это чудо имеет отчетливый пасхальный смысл и опирается на православную духовную традицию, согласно которой Русь, вся вдохновенная Богом, оттого и является необходимым для мира удерживающим, что вектор ее пути, как Божий замысел России, дают ей дорогу другие народы и государства. Это идеал святости. Святая Русь. Согласно этой логике, в финале «Мертвых душ» происходит пасхальное чудо воскресения мертвого душою центрального персонажа Гоголевской поэмы. Его нельзя позитивистски объяснить, ибо остается непроясненность тайны, но можно понять. Однако, что такое понимание непременно сопряжено с верой в чудо воскресения. Финальное вознесение Чичикова возможно точно так же, как и воскресение русского народа. Весь пасхальность России в выбранных местах соседствует с убеждением, что никого мы, то есть русские, поясняет Иван Андреевич Исаулов, никого мы не лучше, а жизнь еще не устроеннее и беспорядочнее всех хуже мы всех прочих. Вот что мы должны всегда говорить о себе. Но осознание греховности в итоге приводит к ее преодолению. Когда оказывается возможным сбросить в себя все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, когда во время пасхального торжества вся Россия – один человек. Именно поэтому я в свое время пишет Есаунов, и сделал вывод, что структура мертвых душ и структура выбранных мест из переписки с друзьями имеет пасхальную основу, которая определяет и их поэтику. В этом же ключе понимается мною и финал ревизора, когда подлинный ревизор должен явиться в душе зрителей уже после того, как занавес опустился. Явление этого ревизора призвано способствовать духовному воскресению зрителей Гоголь, гоголевской пьесы после их окаменения вместе с героями произведения. В этой же работе хочется поставить другой вопрос. Хотим мы или не хотим? Подобная позиция, которую я тезисно обозначил выше, предполагает совершенно определенный вектор движения. И России, и Руси в целом от смерти к воскресению. Поэтому необходимо разобраться в этом парадоксе. Где-то Русь, которую подразумевал Гуголь. Ясно, что в данном случае невозможно говорить о чисто духовной сущности. Ведь речь в мертвых душах, помимо прочего, идет и об особом пространстве от моря и до моря. О положении автора по отношению к этому пространству. Вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека. Можно было бы указать и на другие подобные же маркеры, не позволяющие некорректно сублимировать эту Русь, но ограничимся и этими. Одновременно нельзя свести эту Русь лишь к так называемой Гоголевской России, тем более к Николаевской России. Нет, это просто Россия. Россия как таковая, как Русь. Но в то же время именно Россия, а не что-либо другое вместо России. Где же она? Это Россия как таковая. В каком отношении, например, она относится к нынешней Российской Федерации? Мы обязаны ставить такие вопросы, хотя бы исходя из самой элементарной герменевтической установки. Мы не можем поместить себя, даже если бы весьма желали этого, в пространство Гоголевской России мы вынуждены исходить в нашем понимании, в нашей рецепции из той незаместимой позиции в мире, которая дана нам в нашем собственном бытии, здесь и сейчас, в нашем здесь бытии, говоря по Хайдегеровски. Так вот, при подобной установке придется признать, что нынешняя Российская Федерация не является, так сказать, вполне Россией ни юридически, не фактически. Нынешняя Российская Федерация имела возможность исторического самоопределения, как имели возможность подобного самоопределения страны Восточной Европы. Российская Федерация выбрала при этом советскую линию преемства. Не будем сейчас это оценивать. Однако в таком случае на русское культурное наследие в равной степени помимо Российской Федерации могут претендовать во всяком случае Украина и Белоруссия. Фактически Российская Федерация на сегодняшний день является не только юридическим преемником Советского Союза, но и самой большой территориальной его частью. Однако по отношению к исторической России, Российская Федерация является только лишь самой большой из ее частей. Насколько важно подобное самоопределение можно продемонстрировать хотя бы на следующем примере. Последняя война, которую вела императорская Россия, была Первая мировая. Во всех европейских странах, кроме бывшего Советского Союза, а теперь Российской Федерации, в равной степени чтится память и Первой мировой, и Второй мировой. И только у нас в Российской Федерации одна война так резко возносится над другой. По неволе выходит какая-то логическая нелепость. Одна война, именно та, которую вела Россия, для нас как будто чужая, а та война, которую вел Советский Союз, а не Россия, для нас как будто вполне своя. В общественном сознании совершенно определенно иерархия именно такова. Возможно, потому что имеется какое-то смутное чувство предательства по отношению к исторической России. Ведь в сущности известные силы воспользовались этой войной, в результате чего была убита Россия. В разгар Первой мировой войны была развязана против собственного народа война гражданская. Тем самым люди, эти люди, развязавшие гражданскую войну ради своей собственной власти, лишили победы Россию, исключив ее своей злой волей из числа стран-победительниц. Нетрудно догадаться, как к подобному предательству отнеслись бы Пушкин, Гоголь, Достоевский. Живи они в 20 веке. <coughs> Ясно, что Тарусь, о которой писал Гоголь, это не атеистический Советский Союз, сокрушавший саму христианскую гребницу России и, как уже подчеркивалось, вовсе не Российская Федерация, которая совершенно спокойно себя чувствует, скажем, без Украины, мало России и Белоруссии. Но где же тогда находится, если можно так сказать, сама Россия? Не Николаевская Россия, не Российская Федерация как часть, хоть и самая большая часть Советского Союза, а Россия, именно Россия. Ее в настоящий момент не существует на земле. Она умерла или убита. В данном случае важнее осознать факт, нежели искать причину. И, по-видимому, стоит признать эту очевидность. Всяко-иной ответ на этот вопрос отсылает к чему-то другому, но не к России, не к ее сущности. Однако этот ответ еще не должен, как представляется, ввергать в нас совершенное уныние. Это лишь честный ответ на корректно сформулированный вопрос. Но следует помнить и то, что воскресенье без смерти, увы, не бывает. В сущности, как представляется, известные Розановские инвективы в адрес Гоголя не были поставлены еще в правильный контекст понимания. Да, мы можем сказать, что всеми своими главными произведениями Гоголь словно бы предугадал гибель той, той реальности, которую мы и называем Россией. Не приблизил своими произведениями эту смерть, как полагал Розанов, но угадал ее приближение однако как уже было сформулировано выше одновременно с этим присутствует и пасхальное воскресенье россии этот вектор движения также задан самой структурой гоголевских текстов если не слишком цепляясь за советское наследство мы признаем эту гибель россии всерьез а не только как художественную метафору мы только и можем получить шанс на ее воскресенье. Мы сегодня живем совсем не в России, которая так очаровывает нас в гоголевских произведениях, да и вообще в русской классической литературе, а в Российской Федерации, осколке Советского Союза. Надо отдавать себе в этом трезвый отчет. Однако этот осколок может двигаться по самым причудливым духовным и геополитическим траекториям. Мне представляется, пишет Иван Андреевич Исаулов, что всем, кто считает себя частью русской культуры, вне зависимости от национальности, конфессиональных и прочих предпочтений, вне зависимости от того, является ли человек, так сказать, западником или славянофилом. Не нужно, надеюсь, после вышеизложенного объяснять, почему эти слова поставлены мною в кавыки. Следует задать и поддержать совершенно определенный вектор движения. От эрефии к России. Одновременно это еще и рецептивная задача нас, как читателей Гоголя. Мы, как читатели, также должны трезво осознать и мужественно принять, увы и другое, то, что мы вместе с Россией уже являемся мертвыми душами. Хотя бы потому осознать, что без подобного осознания мы не сможем испытать последующей пасхальной радости. Это была статья Ивана Андреевича Исаулова. «Рецепция Гоголя и вектор развития России» из его книги «Постсоветские мифологии. Структуры повседневности». Я думаю, понятно, почему именно эту статью я прочитал накануне Святой Пасхи. Спасибо за то, что вы слушали. thank you